вперед, в стороны. Опускаемся в глубокий присед, руками упираемся в колени. И разворачиваемся в пояснице сначала в одну сторону, задерживаемся в этом положении, и в другую. Чувствуем, как растягиваются внутренние мышцы бедра. А вообще утро – идеальное время для растяжки, особенно после горячего душа. Но для лучшей эффективности я рекомендую заниматься и утром, и вечером. Теперь садимся на пол, ноги разводим как можно шире. И плавно наклоняемся всем телом сначала к одной ножке, задерживаясь в самом низком положении, и потом к другой. Очень важно выполнять растяжку плавно и без рывков, чувствуя каждую мышцу. На самом деле шпагат – это не только красиво, но и полезно. Растягиваясь, вы увеличиваете подвижность суставов, улучшаете работу органов малого таза и укрепляете мышцы ног. Следующее упражнение из положения полушпагата – встаем. Стопы у нас остаются на месте. Вставая, мы стараемся пятку поставить на пол и плавно коснуться лбом ноги. И еще раз. Опускаемся, растягивая заднее бедро. И тянем теперь под колено. Молодцы! Продолжайте в том же духе и следите за нашими выпусками на YouTube-канале ОНТ. Пока-пока!